Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня... Какое число? Сегодня 18. 18 февраля. И мы... Где? Мы в F3. Мы в городе Астана. F3 Production. Тут у нас Данила. Также Асель. Да. Да, тут все. И вот, короче, мысля какая. Оп, так, отдельно прям. Ладно. Итак, дамы и господа, мы хотим сказать, что завтра мы в 4 часа дня снимаем Harlem Shake видео. И мы бы хотели позвать всех, кто у нас сидит в паблике, кто с Астаны. Приходите в F3, это по Иманово, напротив чего? Тут, короче, рядом Алма-Ата, и дальше там метров 53, и вот это здание. По-любому, позвоните, скажете, если вы будете подъезжать, там оно много, мы вам расскажем. Да, над видео будет адрес. Также несите с собой всякие идиотские вещи, латексные костюмы, да, go-go эти, всякие разные такие. Вот. Я просто забыл, что про Вот, короче, друзья, давайте сия. Еще какие новости? Через дня два приедет Алан, то есть летит, и мы замутим какой-нибудь мини-концерт. Кстати, народ, так что... Еще будет выставка через два дня в Курме. Да, в Курме, кстати, все студенты, которые хотят там... не только студенты, а школьники, которые хотят поступить за границу, то приезжайте в Курме на левом берегу. Там, короче, будут всякие представители с разных стран. Мы будем как малазийцы с Малайзии. Так что давайте увидимся там, увидимся еще завтра здесь. FD Production, IE, motherfucker. Все, давайте.